Здравствуйте, дорогие друзья! Перед нами Samsung Wave M. Это BADA смартфон. Первое видео будет посвящено, соответственно, внешнему виду. Итак, аппарат сделан полностью из пластика, несмотря на то, что в пресс-релизе указано, что он выполнен из металла. То есть задняя крышка — это пластик, выглядит действительно под металл. Окантовка тоже пластик. И вот этот вот кант — пластик. Экран не защищен каким-то специальным стеклом, это просто защитный, опять же, пластик. Вверху находится динамик, датчик освещения и датчик приближения, а также фронтальная камера. Давайте сделаем немножко поярче, чтобы было видно. Снизу находится механическая клавиша выхода на домашнюю страничку, точно так же, как в Samsung Galaxy R и Samsung Galaxy S2. Справа и слева сенсорные клавиши. Это клавиша двойного назначения, то есть это выход назад, а также сброс вызова. А это прием. С правой стороны находится кнопка включения-выключения, а также блокировки аппарата. С левой стороны регулировка громкости, очень маленькая, утопленная в корпус. Здесь крепится ремешок. Снизу микро-USB и микрофон. Сверху 3,5 мм. И здесь вот можно поддеть, чтобы снять заднюю крышку. Сзади, соответственно, камера с автофокусом, 5-мегапиксельная светодиодная вспышка. Здесь находится динамик. Лежит хорошо, сборка, в принципе, неплохая, но в моем случае вот здесь вот немножко отходит край. Ну, я думаю, что это не критично. Механическая клавиша тоже удобная, проблем никаких нет. Размеры средние, я могу вам показать Samsung Y. Вот примерно так они вместе смотрятся. Я могу еще продемонстрировать HTC Mozart. Ну, это размеры примерно сопоставимы. Здесь 3,65 дюйма дисплей, а здесь 3,7 дюйма дисплей. Немножко аспект другой. Вот еще раз внешний вид. Чтобы видео не занимало много времени, но в то же самое, опять же, время, расскажу вам техническую характеристику. Ну, вот вы видите, как он заляпывается очень сильно. Значит, здесь установлен процессор на 832 МГц. Есть фронтальная камера, как я и сказал, VGA. Основная камера на 5 мегапикселей. Операционка — это PADA 2.0. Дисплей 3,65 с разрешением 320 на 480, обычный TFT LCD дисплей. Bluetooth 3.0, USB 2.0 High Speed, Wi-Fi BGN и плюс Wi-Fi Direct, то есть можно передавать напрямую файлы. Внутри около 150 мегабайт, а в комплекте идет 2 гигабайта карта памяти. А весит это чудо 121 грамм. Давайте раскроем корпус, и я вам покажу, как внутри. Ну, вот пластиковая обычная крышка. Здесь устанавливается сим-карта. Карта памяти находится внутри, она так вкладывается. Аккумулятор на 1350 мА. В общем-то, время жизни его точно такое же, как на большинстве Android-смартфонов. То есть это примерно один день. Ну, благо, в операционке можно видеть в процентном соотношении расход энергии. Все, всем спасибо. Пока-пока.